Привет, дорогие мои друзья! С вами Оксана, и сегодня я хочу вам показать и рассказать, как же расчесать своего питомца, чтобы шкурка его была ухоженной, а сам он себя легко чувствовал, поскольку на улице жарко, и тот подшерсток, который у него имеется, ему все-таки мешает. Ему тяжело с таким подшерстком. Так, вот этот мой котик. И я вам сейчас расскажу расческами, какими я пользуюсь во время расчесывания. Основная расчесочка у меня вот такая. На деревянные ручки, металлическая основа. При покупке расчески обращайте особое внимание на то, чтобы кончики этих зубьев не были заостренными, дабы не поцарапать кожу. Котику. Расческа двухсторонняя, с одной стороны редкие зубья, с другой стороны более частые. Следующая щеточка, которой я пользуюсь при расчесывании, это вот такая вот резиновая щеточка. Одевается на руку, и верхние длинные волоски она очень хорошо убирает. Да, Томас? Сам рассматривает расчесочку эту. Вот, собственно говоря, вот этими двумя щетками я и пользуюсь при расчесывании. А теперь приступим к самому расчесыванию. Да, Томас? Идем расчесываться, мальчик мой. Итак, мы начинаем расчесывать нашего котика. Вот он у нас очень любит расчесываться. Так, мы убираем подшерсток. Вот так вот. Аккуратненько. Иди, моя родуля. Ой, ты мой хороший. Вот. Вот как Томас у нас любит расчесываться. Большой щеткой мы убираем основной волос длинный. И вот так вот движениями мелкой расческой подшерсток. И тут же проводим широкой щеточкой. Вот, как он у нас любит расчесываться. Да, мальчик? Да, моя киса. И так вот по всему, по всей шкурке проводим. Вот он мой хороший, подставляй. Ай, ты мой родулечка. Ай, ты мой молодец какой. Вот как он расчесывается у нас. Ах, ты мой хороший. Так, окончательно счесываем верхний волос. Сейчас уже период линьки прошел, и не так много волос с него можно счесать, но тем не менее, чтобы так. И вот и все. Все, молодец, мальчик, молодец. Теперь посмотрим, вот сколько подшерстка мы с него убрали, и вот сколько основного длинного волоса. Теперь это все убираем, все. И котик наш доволен. Все, пока-пока. Всего хорошего. Да, Томас, ты доволен? Доволен, мальчик, доволен. Ай, ты моя киса. Ай, ты моя киса. Мурлычет. Все.